Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Сома. Итак, дорогие друзья, я в конце предыдущей серии обещал, что начну сразу с той двери, но кое-что интересное я увидел, а именно то, что вот здесь у нас, мать его, решетка-то сломалась, а значит, я могу туда сходить. Ну и, конечно, мне стоит сюда заглянуть. Может быть, я, конечно, здесь ничего и не найду. Но зачем-то же здесь решетка сломалась. Значит, возможно, что-то я здесь и увижу. Кстати говоря, хочу отметить, просто превосходное движение камеры. Все очень удобно. Просто... Это шорткат! Это открылся шорткат. Зашибись. Кто бы мог подумать, елки-палки. Очень хорошо движется камера. И, в общем, чудесный FPS выдает игра. Это очень приятно. Вау. Вот это красота. Вот это круто. Так. Какие тут интересные рисуночки. Все как и прежде, словно и не было здесь Армагеддона. Рыбки. Интересные рыбки. Миленькие рыбки. Страшненькие глубоководные рыбки. Они вернулись. Все в черном геле теперь. Бедные рыбы. В каком черном геле? Что там с рыбами случилось? Какой-то манипулятор интересный. Что-то доставать, наверное, оттуда. Я прикасаюсь к воспоминаниям. У меня создается именно такое впечатление. И еще он сказал про взбесившиеся машины. Мне это совсем не нравится. Ё-моё. Чё-то меня прям люто коробит. Ух, ё... Так. Чё за нафиг? Что за... Мне не нравится этот значок. Но мы сейчас узнаем, что это значит. Ух, не надо этого делать! What was that? Да блин, ничего хорошего. Нафига ты пальцами трогаешь какую-то херню пульсирующую? Ага, и мне туда лезть. Супер. А тот некто говорил, нет. Ну конечно же мы будем лапать всякую дрянь. Инопланетную или вообще хрен знает вообще, что это за дрянь, откуда она. Черт, что? Так. Ох, елки-палки. Почему у меня такое чувство, что я здесь не один? Вообще не один, далеко не один. Здесь ползает еще какой-то урод. Хотя нет, я не урод. Но кто-то здесь ползает. Помимо меня.
И судя по трейлерам, это какая-то механическая мразь. На кого я здесь охотиться, конечно, совершенно не ясно. Ну, кроме меня. Опа. Опа. А здесь миленько. Очень даже миленько, уютненько, да. Закроем на всякий случай. Почему нет? Нефиг тут оставлять открытыми всякие проходы. И что, ты опять хочешь лапать эту штуку? Зачем? Не дотрагивайтесь до протекшего структурного геля. Я не могу определить его воздействие на НИУ. О проблеме сообщено ответственному инженеру по эксплуатации Волчек. Галине, что ли? Так, к какому еще гелю? Вы что тут, биомеханизмы какие-то мутили, что ли? Что-то это реально какой-то биошок уже. Это робот? С ним поговорить можно? Hey, can you hear me? Да это же робот! Ты с ним реально поболтать собрался? Так, радиосигнал заблокирован, недостаточно энергии. Ой, блин, да ладно, серьезно? А, черт. Что? Почему не надо? Черт возьми, почему робот говорит со мной таким голосом? Чего? Я убил эту смешную роботиху? Что за Футурама? Какого? Чё за... Офигеть. Так, и что мне делать? Ну, наушники мне не нужны явно. Так. Ручной порядок загрузки. И что мне делать? А, кнопки. Угу. Так. Ну, допустим. Ага. Так, хорошо. Сброс. Правильно я понимаю? Значит так. Делаем так. Потом пауза. И, видимо, финально. Угу. Ну что, неплохо. Это было просто. Охлаждающая жидкость. Турбины. Турбины включились. Система связи готова. Двери открываются. Вот это плохо. Всё. Мощно. Так, тета. А что с тетой? Тоже выключено. Лямбда. Включена. What's happening? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalot, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Ah, oh, damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Так, ладно.
Мне нужно на лямбду. И открыто достижение, отвечая на звонок. Чудесно. Мне нужно на станцию лямбду. Один я сейчас вспомнил сериал Lost. Так. Что это у нас здесь? Ну, по крайней мере, я не могу на это повлиять, так что, в общем, наверное, ладно, пойдем дальше. Но, ух ты, что там вообще, какие-то геотермальные источники, что ли, или что это? Скорее всего. Угу. Так, лестница. Ух, ё! Ну, отлично. Без лестницы мы остались. Я здесь один? Очень на это надеюсь. Вроде никого не слышу больше. Но вот ручаться за это никак не могу. Вот это уже явно чужеродный шум. Опачки. Это тот долбанный робот. Черт, он сюда пошел. Это робот из трейлера. Блин, куда он пойдет? Так, ладно. Проходим. Черт возьми. Мать его. О, черт, куда он идет? Все, он повернул? Да, он повернул. Так, туда мне явно не надо. Или надо, я не знаю. Пойдемте сюда. По крайней мере, подальше от него. А, черт, это тупик, он отсюда вышел. Ладно, где он там вышагивает? Ладно, пойдемте наверх. Блин. Так, ну я думаю, можно уже не сидеть на картонах. Черт, это что? Это пар, да? Отлично! Блин, это пар, а клапан... Мою мать, я так и знал, что мне нужно было вот сюда завлезть. Блин, не иди сюда, прошу. О боже, мне конец. Ой, ну мать-то! Охренеть! Блин, прыгай! Супер! Вы умерли. Спасибо, Кэп. Вау. И при смерти я вижу свою жену. Так, ладно, ясно. А, кстати говоря, а что будет, если я... Опачки, а вот это альтернативный путь вниз. Я не знал о нем. Так, вот он выходит. Ё-моё. Блин, я так и знал, что надо залезть было. И вентиль тот покрутить. Я еще думаю, вот там вентиль. Вот мне показалось, что вот он может быть полезен. Да, он, конечно, полезен. Да двигай давай, урод. О, рядом с ним как коробит. Офигеть. Черт. Так. Так. Обманем его. Обманем этого долбанного биоробота. Так. Куда он там пойдет? Так, туда пошел. Ладно. Пошли отсюда.
Пошли отсюда, пошли отсюда. Блин. Чертов робот. Офигеть, я так думал, что это прям... Чё за на... А, блин, вот же. Совсем забыл про это. Да-да-да. Вот, все, идем наверх. И закрываем. Ух. В принципе, можно было сюда забежать и закрыть. Он бы не проник. Ух, ну нормально. Супер, вторая серия уже первая смерть. Ничего так. Ничего так. О, бельишко тут стирается. Супер. Сушится, вернее, сушится. Чё тут все трясется-то опять? А, это робот там, походу, да? Так, ну-ка. Запущен процесс блокировки. Подробности на терминале. ID. Ага, понятно. Надо знать пароль. И здесь то же самое. Супер. Так. Ну, пойдемте навестим этого робота. О, сколько тут всего интересного. Не удивлюсь, если это все роботы рисовали. Эмин Карл. Патас Бадис. Какие-то там приятели. Че, вот это все тоже можно посмотреть? Нет, нет, нет. Опа. Ну, карта, хорошо. Электростанция, завод, администрация, центр связи. А я вот здесь. Вон там написано... Где-то я вот в районе завода, в общем. И отсюда по лестнице можно спуститься или подняться в центр связи. А, я там только что был. Ага. Шаттл стейшн отмечено у нас. А вот администрация вся зачеркнута. Значит, что-то там совсем худо. А может быть, там просто опасно, поэтому зачеркнули, чтобы никто туда и не ходил. И не пытался даже. Так, 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 так. Ну, понятно, это не работает ничего. Ясно, ясно. Так. Все двери открыты. Опачки. У нас тут еще один робот. Наркоманит, походу. Чувак, ты наркоманишь? Нет, он просто не подключен. И я могу хватануть с него воспоминания. Ладно, давайте. Кажись, Карлу конец. И не только Карлу. В общем... Какая-то нечисть подводная захватила роботов, которые работали на этой станции. Вот эта черная жидкость явно имеет прямое отношение к этой нечисти. Сначала я зайду сюда. Без понятия, кто там твой пилот. Сейчас я спущусь к тебе. Сначала здесь только все посмотрю. Выключен. Внимание. Включен. Ну иду, иду уже, господи. Ты всего лишь робот, погоди. Что с тобой? Тебя эта штука схватила? Wrangler? Any of this sound familiar to you? I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Ты долбанный робот. Что, Карл? Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard saving mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew.
That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. Да, обязательно. So, where are you exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy. Okay, okay. I'm just gonna be. I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here. See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? Какого черта? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields and... That's my last clear memory. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too unaware to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know? Could you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but... Nah, pretty far-fetched. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Find someone who can help. I'm really hurting here. Go get some help. Чудесно. В общем, возможно, эта штука обладает каким-то разумом таким огромным. И когда она убивала людей, которые находятся на этой станции, она как-то этот разум их вот в себя как-то затянула. И потом вот эти щупальца же отовсюду лезут, там все вот это... Все вот это, не знаю, обхватывают, опутывают. И вот она опутала робота, и вот сознание того чувака попало в робота, пожалуйста. Ну, то есть, ну, как вариант. Чудесно. Черт! Так, ладно. Так делать явно не стоит. I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Oh, don't sweat it. Just get me a doctor. Какого врача, блин? Тебе механика. Так. Ага, а этот уходит туда, кабель. Так, а почему я не могу вот этими манипуляторами управлять? Ну, то есть вот отсюда сверху там убрать какие-нибудь лишние там штукенцы эти. Так, включен. Да нет тут никого, успокойся. Возможно, уже очень давно здесь никого нет. Так что тебе реально придется успокоиться. Так. Ну что, мне остается только туда идти. Я думаю, обойду. Оба-на. Да, он определенно мертв, у него рожа зеленая. Карл Семкин. Чудесно. Просто супер. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're going to have a hell of a time getting around. Ah! Carl! Ну что, все перекрыли? Да, Карл. И теперь ты находишься в этом роботе. И даже не знаешь о том, что ты лежишь мертвый прямо здесь. Так, ну дверь закрыта. Какой смысл туда идти? Пойдемте сюда. Тета, не входите. Мы перекрыли Эпсилон, чтобы никто не мог помешать работе станции. Не открывайте дверь.
Эазазаро. Азара. Вот так вот даже. Азазара, блин. То, что произошло с Карлом, это не моя вина. Может, я еще перевернуть могу? А, там ничего нет. Ясно. Ясно, ясно, ясно. А это у нас Азара Эми. Угу. Класс, костюмы. Ладно, костюмы мне пока не понадобятся. Но под воду мне явно придется выйти. Опа! Мне не стоит открывать эту дверь. Мне прям настоятельно не стоит открывать эту дверь. Блин. А это все указывает на то, что я должен ее открыть. Эх ты ж, черт возьми, как весело сейчас будет. Бабах! Что происходит? Так, а что у нас здесь нарисовано? Тета, эпсилон, лямбда, омикрон, дельта. А, между ними можно путешествовать на цепелине. И, кстати, с эпсилона я могу попасть прямо к лямбде. Это хорошо. Это хорошо. Что-то мне это не нравится все. Ладно. Что-то я туда сходил, сюда сходил, а толку-то никакого. А вот и рычаг, который мне нужен. Так, так, так. Написано, прочти это. А, точно. У них же есть вот эти вот пейджики. ID 0722. Отлично. Вперед. 0722. Итак. Сменить. 0722. Окей. Так, я Карл. Класс. Так, мы закончили работу над энергокомплексом. Перекрыли доступ к фабрикам, чтобы завод мог работать. Все системы непервостепенного значения отключены. Если кто-то решит вернуться, пусть знает, что регулятор потока энергии работает на честном слове. Если его отключить, то включить обратно уже вряд ли получится. Мы уходим отсюда. Отправить. Почта не отправлена. Конечно, конечно. Управление питанием, термокамера, центр связи, складское помещение, фабрика, дюкер. Какой дюкер? А, недостаточно энергии. Так, ну допустим, складское помещение. Ага, недостаточно энергии. Отключить одну из выделенных секций, чтобы направить энергию в центр связи. Ясно. Посмотрим, что это у нас за складское помещение. Ага. Вот оно. Вот оно. Свет здесь есть? Свет здесь есть. Чудесно. Может, я что-нибудь здесь найду? Краткое введение в CCRV-7. Черный ящик. Черный ящик — это прецизионный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей от температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИУ, наблюдающей системы ПАТОСа-2, чтобы станция могла обеспечивать вам подходящую рабочую обстановку. Устройство будет работать максимально эффективно, если вы последуете инструкции к автоинъектору. Только так вы сможете быть уверены, что имплантант используется правильно. Чё там все время валится откуда-то? Опачки. А у меня теперь эта фигня будет, что ли? А зачем она мне? Хм. Без понятия. Я ведь ей не воспользуюсь. Так, а инструкция где? Нету инструкции, что ли? Ха. Что ж, ладно. Вообще странно, а что я здесь делаю тогда?
Может, я эту штуку мог бы использовать, но нет. Как-то нет, видите? Только могу сюда положить. Так. Нет, 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 этот ящик не открыть. Угу. Что-то я здесь тоже нифига не вижу. Честно сказать, у меня такое чувство, что я мог бы здесь что-то сделать, но... Например, взять вот эту штуку. Ну и куда я ее отнесу? Без понятия. Ладно. Так. Ага, чудесно. Такс, 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 такс. Что за регулятор потока? Что за регулятор потока я открыл? Это явно не оно. А, пойдемте проверим. Может, это та дверь? Да, это та дверь. А еще можно будет сходить и посмотреть. А, ID Эми. Так. Туда нельзя? Нет, туда нельзя. Ладно. Так, тогда почитаем. Внимание, мы нагрузили систему до предела. Если вы дернете за этот рычаг, пути назад уже не будет. Делайте это только при крайней необходимости. Оу. Да, не нравится. О, да зашибись, я же могу опять полапать эту хрень. Ну, просто супер. Ну, давайте полапаем. Зачем, правда? Фью. А может теперь дернуть? Вау. Пойду-ка я к этому роботу поскорей. Твою мать! Твою-то мать! Этот ублюдок снизу как-то прорвался. Блин, да ладно, он сюда идет. Зашибись. Просто зашибись. Нет, развернулся. Офигеть! Да ёлы-палы! То вот теперь этот закуток имеет охренительный смысл. Ай, да твою налево. Может, ты уйдешь куда-то туда, или я не знаю. Блин, так хорошо было без тебя, ну какого хрена? Урод, а? Долбанная черепашка-ниндзя. Чертов Донателло. Ну хрена тебе надо. Все, вообще питания нет, ни хрена нету. И что с этим уродом? Слышь, ты сдох что ли, да? Ну все, зашибись. Долапался я. Ну и что, ничего не поменялось. Отлично. Может, мне наверх теперь? Блин. Что-то зря эту хрень тронул. Где он теперь? Вон ты, уродская рожа. Чёрт. Да ладно, ты меня увидел, что ли? Да блин, не надо! О, нет! Он же меня прикончит. Может, не увидит, а? Просто не знаю, что мне делать-то теперь. О, подожди, у тебя стекло разбито? Да, я могу вылезти. Блин, куда идти-то? Так. Эта хрень же не работает! Птицкая сила, а? И чё мне теперь, куда? Блин. Слушайте, я не знаю. Может, мне его запереть где-нибудь?
Так. Ну, по крайней мере... Он ведь идет, да? Быстрей. Быстрей, быстрей. Да пошел ты, урод! Ух, ё, нормально! Все, ублюдок, сиди там. Фух. Ну что, дорогие друзья, я свалил от него. Я свалил. Все, просто зашибись. Фух, ну что, встретимся в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии.